наш канал с вами про автомобили. Поэтому зайдем и посмотрим, что там находится. А что, здесь прикольненько. Размеры, конечно, впечатляют. Пойдемте посмотрим. Большой, конечно, зал. Здесь раньше находилась Касторама. Сейчас ее нету. И получается, заполнили площадь автомобильной техникой. Как видите, впереди написано «Региональный центр авторитейла». Покупка, продажа, ремонт и обслуживание. Играет музыка, тепло, приятно. Я здесь был месяц назад, здесь только все готовилось. А сейчас приезжал, думаю, дай зайду, да и вам заодно покажу. Так, там какая-то эстрадка готовится или какое-то открытие попал. Точно сказать не могу. Когда он заполнится на 100%, я думаю, это будет, наверное, один из крупнейших автоцентров в регионе. Да, здесь, походу, еще только открывается и не так много заполнено. Как мне сказали, на сегодняшний день предоставлены в основном автомобили с пробегом. Очень большой, конечно, салон. Площади приличные. Туда, если приезжать с семьей, можно погулять, покушать. Рядом есть, находится галерея еды. Это буквально метров 100, если пройти, то вы попадаете в галерею еды. Пришли с семейством, покушали, походили. И здесь будет приятно под крышей походить, посмотреть автомобили. Да, площадь еще, как видите, не полностью заполнена. Как и в любом современном автоцентре, здесь можно купить автомобиль, воспользоваться программой автокредитования, обменять авто по системе Trade-in или оформить страховку. Поэтому приезжайте, походить, побродить. Никто вас не заставляет приобретать ту или иную технику. Ну, даже для себя посмотреть. Я думаю, каждый найдет себе по душе тот или иной автомобиль. Что-то здесь намечается. Сегодня суббота, 19 октября. Не знаю, ролик сегодня выпущу, наверное. Поэтому интересуйтесь, Формулат Авто. Может быть, какие-то здесь мероприятия, концерты будут. То есть, ну, с семьей тоже можно сюда приехать. Но совсем скоро к этому списку прибавится здесь автомойка, детейлинг, шиномонтаж будет, автосервис, как мне сказали, будет. Будут запчасти, аксессуары, даже мототовары будут, ребята. Вуаль, мы с вами в Мармелад Авто. Я посмотрел и вам показал, какой прекрасный центр у нас открывается. Поэтому приезжайте, здесь светло, тепло, покататься, площади еще позволяют. Есть свободные площади. Можете также приехать на продажу своего автомобиля или покупку какого-либо железного коня. Не забывайте подписаться на мой YouTube канал, ВК, видео, телеграм канал Нива 07. Всех обнял и Мармелад Авто. О, Алексей, здорово. Ты, я тут приехал поснимать. Санек. Да, привет. Слушай, ну а пошли туда, расскажешь? Да, вот смотри, это зона новых автомобилей. Вообще, короче, 25 тысяч квадратных метров мы выделили под автоцентр Мармелад Авто. Вся та зона, которая раньше занимала Касторама, да, ну кто вот зрительно, да, помню, ага. Касторама, это теперь будет огромный, наверное, крупнейший на Южном Урале автоцентр. Здесь у нас будет зона. Ну, смотрю, еще много свободного места, да? Да, мы только запускаемся сегодня, официальное открытие. Открытие у вас. Но у нас, слава богу, уже есть заявки от наших партнеров и от салонов, кто занимается автомобилями с пробегами, и от официальных дилеров. А вас, извиняюсь, новые или БУ? Здесь, в этой зоне БУ. В этой зоне БУ. В зоне, которую мы с тобой прошли, это была зона новых автомобилей. Uh-huh. Там представлен JQ, Amoda, FAV, что-то еще, Jetta. Здесь представлены автомобили с пробегом. Здесь, между прочим, рядом галерея еды. Да? Можно покушать. Буквально 100 метров находится. Вот, покушали, с детьми, говорю, можно прийти. Да, и заодно посмотрели. Тут есть статьи новые, я вот себя обманул, смотрю справа, Зикер. Красотка, Зикер. 24-й год, да?
Вот там, Виталий, за той стены забило, вот в конце мы видим стену. Угу. Это когда-то был склад Касторамы. Там сейчас ведется стройка. Автосервис, автомойка, зона детейлинга. В общем, я думаю, что через месяца три мы на полную мощь запустим тот сектор. А это будет уже автоцентр такого полного цикла, где можно будет и обслуживание сделать, и предпродажную подготовку, и помыться. И, в общем, полностью все, что нужно. А какой-то магазин автозапчастей, нет? А, да, вот здесь слева и справа будет, значит, сейчас уже мы подписали контракт мототовары, мотоциклы, квадроциклы и запчасти, аксессуары. Классно. И параллельно, вот тут параллельно, где сейчас мы с тобой видим белые баннеры, они будут появляться. Ну, сегодня вот такой у нас старт. Ну, молодцы. Да. И как раз я попал на открытие, да, как я понял? Да, да, причем мы с тобой даже не договаривались. Ну и вот, видишь, мы заготовили сцену. Сегодня официально дадим старт. В 2 часа мы начнем. У нас будет зона дегустации, у нас будет выступление коллективов, музыка, танцы. Uh-huh. Куча призов приготовили. Ну, я тебе показываю, ты видел. Вот. И сегодня будем, кстати, презентовать Jetta. Вот модель стоит. Салон Евразии сегодня презентует Jetta. И здесь как раз я попал. Хит FM ведут прямой эфир, приглашают людей, ну, таким образом освещает население Оренбурга, Оренбургской области, что сегодня открытие, да, Хит FM 103, ровно, люди приезжают, дарят им подарки, приезжайте, гуляйте, наслаждайтесь.